По сторонам смотреть, чтобы эта машинка никак на перерез не ехала. По ней стрелять, если что? Ну, я думаю, да. А они могут в оранжевый? Ну, да, тут фиолетовый. Мы за фиолетовую высадку будем делать. Как будто обратный отчет до нашей смерти. На север вроде не было, написал поле. Слышишь, что Плавкин? Высадка, высадка, высадка. Да. Первая посадка, ебать. Подошлись, да? Да, все, мужики, и в запад, вот, блядь, идем. Я в районе вас. Че, у меня есть нары. Ну да, все противники, блядь, на западе от нас. Шашки. Разве она возьмет танк? Все-таки не на башне, они же бьют. Дальше Петербурге. Ну, кстати, где они изначально? Враг, тихо, блядь. Враг идёшь там. Принял. Под мостом где-то. Конечно, наш. Да, потому что там нас от танка это в любом случае прикроет, а если мы сейчас крюк будем делать, мы будем полгода ебашить. Ну смотрите, вот здесь в следующем лесу, возле ЖДшки, танк возвращает. Возле ЖДшки должны быть все еще бедку туда сидеть. А вот реально труп более. По харту. Помогай! Не вижу, не вижу. Живой? Харт. На мосту сидит. На мосту противник, ребят. Где? На втором мосту. Бля, нам надо съебываться отсюда, я на юг куда-то. Убил. Поиск пройти. Угу. Хард 300. Рик, ты можешь подавить еще мост? Да, могу, давай. На мосту убил чела. Ребята, на мосту я убил. Еще там мост будет. Под мостом еще есть.
Готовим. Да я открыто лежу. Отлично, Рик. Я все хард оттащил. Помочь тебе? Не-не, я буду... Ты прикрывай, я буду лечить. Я только левую часть вижу. Вот. Я вот по деревянной фиговине. Шетан, ты смотришь мост? Да-да. Я под мостом убил двоих. Сейчас, в перестрелке, да? Да-да-да. У них совсем мало тогда осталось. Еще есть под мостом. Подхожу, блин. А, это ты! Ты синенький же, да? Да-да-да. Самый малозаметный из нас. Вроде нет, но... Вот я качаю, и нет звука, то что он начинает дышать. И сам мне говорит. Я думаю, что он отошел. Шайтан, скажи на 300 метров, какую установку? У меня по нулям сейчас стоит. А что там за винтовка-то? М21. Блять, я не знаю, почему на хардке просто сдох. Еще. Парза, М21 у тебя с переключением кратности меняется пристрелка. Попробуй кратность поменять, увидишь, что меняется дальность пристрелки. Странно. Там прицел какой, Редфилд? Вот, он должен менять кратность. Я с каждой кратностью разный пристрелка. За это выкинул ДВХ, походу. Ну, я бы не дошел туда. 35 кг высоко. Ну, сейчас тоже не дойдешь. Выход в столов просто. Едет на меня. Танк. Мужик с бэхи выпрыгнул. Сейчас двиг, я позже приду.
Нет. Это стрелковка, это танк. Ага, вижу его. Пятка на тебя едет, Фулгрим. Едет, едет к тебе, жди, жди, жди. Хорош. А я по боку, да? Бля, он обратно пятится, уезжает. Ну, он дальше поехал. Это кто дымы там пустил, танк? Продолжаем триггерить. Еще пехота. В этом лесу где танк катался. Здесь противники. Понял. Да, там ты слышишь технику вот на 300 где-то. От себя. Ни у кого-то не осталось? У меня есть. У меня РПГ. Опять вот туда же едет, где я пуздал. Пока он тут дрочит, мы не перейдем в поле, да? Да, я за тобой прям. Возле ангара кого-то, видимо, убили. Может, ты живой? А кто у нас тогда там сзади воюет? Тут и наших хватает. ЗРПО нет смысла говорить? Не-не-не-не-не. Спалишься тут. Да, я вижу, катается. Тело СВБ нашел, по идее здесь СВБ нужно. Блин, он сюда едет? Здесь. Поставил метку. Уехал туда. Опять к ангару? Да, к тебе походу поехал.
ко мне, но здесь трубы нет. Успеем перебежать? Сейчас я подожду, мы сейчас обратно поедем на север. Ехать от него, убегает на север, в лес. Полгрим. Сейчас уже завывал, еду в сторону триггера. Полгрим где-то сидел в первый раз с трубой. Вот там бег сейчас. А у него нету двигла. Ну иду тогда туда пешком. Их вот. Сатан, что, перебегай? Ну да, я его танк уничтожу. Надо пеха только добить. Дальше вглубь леса убегает назад. Бля, понял. Глаза живой? Да, да, живой. Может на Урале подъехать, не? Не-не, он без двигла. Тот, что возле амбара стоит. Ты переоделся, Фарзан? Да-да-да. Ты сейчас наверх идешь, да? Да-да, АПГ. Проверка. РМКВ. Грим, я проверю тебя 50 метров. Окей. Ребят, метки РМ, СПН. У кого ДВ есть? Ну. Запросите, что за БХ катается. Я вижу точно, это наша, может быть, захвачена. Я отсюда направо ДВ. Это вы сейчас не по нам стреляете, не по флугриму? Нет, там противник на башне сидел, я, возможно, убил. А, это ты стреляешь? Нет, он живой. Точно противник? Да, на башне противник сидел. Нет, минус, он на башне сидел. Живой сейчас там? Да, да, да.
сейчас не свои стреляли из триггера? Скорее всего нет. Нет, это враг там. По мне стреляли. И по мне тоже, я рядом с тобой. Кто сейчас на вышке сидит, на песочной? Противник. Нет, может еще что-то.